Радио Лайк ФМ. Слушай, что нравится. Она меня озадачила, ее фигура скульптура Микеланджело. Я узнаю ее вдали, будто ее рисовал сам Дали. Ее глаза прекрасны, их рисовал сам Пабло Пикассо. Ее губы восторг, их рисовал Винсент Ван Гог. Про ее красоту, нежность в своих стихах писал Уильям Шекспир. Она будто деспасита, да она хит прям на весь мир. Ее характер не из простых, да ее любовь ловушка. Я вас люблю, хоть обижусь, это не писал Пушкин. Она искусство, она искусство. Как кубок на чемпионат мира, она высшая награда. Да, она так хороша, что из-за нее не может уснуть Роналдо. Однажды кто-то ее обидел, так и появились мстители. Именно ее хотели украсть первые похитители. Даже Квентин Тарантино хотел бы снять ее в фильме. Да, это жестко, но она забрала Оскар. Она искусство, 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 она искусство. Радио Лайк ФМ. Слушай, что нравится.